Если у вас были сопли, не переживайте. Они тоже будут, но не у вас, а на столе. Единственный мой совет вам будет, не бойтесь ошибаться. Так, овечка Молли работает продавцом. Пишем. Я ведь сотру все это сейчас. Современное искусство, оно дает вам возможность осмыслять по-своему какие-то вещи. И это очень здорово, это нужно ценить. Да, вас не ставят перед фактом, вы являетесь участником процесса. В мире жестоко интересного. Вот вы знаете, сколько вам в марсианских годах? Нет. А в годах на Венере, вот если бы вы жили на Венере, сколько бы вам лет было? Самое главное, чтобы вы внутри себя сами считали счастливым. Гиперкашин — это... Это я. Она меня абсолютно покорила, потому что абсолютно ничего не понятно. Вау! Молодчина. В общем-то, стыдно не знать, стыдно не хотеть знать. Капитан! Полковник! Капитан! Я надеюсь, вы вот это время запомните как приключения. У кого достается стульчик? И это Алиса Грудкина. И это Соня Брусочкина. Соня Брусочкина, тебе достается стульчик. Карина Данилина. Стульчик достается. А все, никакой интриги нет, Соня Брусочкина. Да, Соня Брусочкина. И Соня, это твой второй стульчик, представляешь? Ожидала ли ты, что так произойдет, Соня? Нет. Я не ждала, сейчас у меня шок. Тьма зойка. В общем, мне очень все понравилось, было интересно, и я очень рада. Ну, вообще, я очень хочу большое спасибо сказать нашей вожатой Яне, потому что без нее бы, вот, я бы ничего не выложил, не сделал. Если что-то получилось не так, то тебя когда поддерживают, ты все равно, ты прям вот, эта поддержка помогает не сдаваться, а идти дальше, вот. Я рад, что наш лагерь состоялся. Вы раскрылись, показали свои какие-то интересные увлечения, свои особенности. И это очень и очень здорово, что этот лагерь дал нам возможность посмотреть на вас с новых ракурсов.